Привет. Сразу скажу то, что полностью сценарий был сделан за минут 30. Извиняйте. Давайте мы уже начнем. Первое, что мы будем собирать, это колесо. Чтобы его поставить, мы берем домкрат и ставим под машину. Поднимаем и ставим колесо. Ключом на 19 закручиваем. Теперь переходим к мотору. Для начала мы ставим кейс с инструментами так, чтобы мы не отвлекались и не уходили далеко. Берем ГБЦ и ставим его на данное местечко. Закручиваем ключом на 19. После того, как мы все закрутили, мы берем свечи и расставляем их в 4 отверстия. Ставим трамблер возле последней свечи и закручиваем ключом на 19. И расставляем провода, которых 4 штучки, они стоят возле трамблера. Берем ГРМ, ставим его внутрь ГБЦ. Берем распредвал, ставим его в ГБЦ, закручиваем ключом на 10. Берем мы стартер, ставим его сзади, закручиваем ключом на 14. Берем пускной коллектор, ставим его сбоку ГБЦ, закручиваем на 14. Ставим аккумулятор, его не нужно закручивать. Берем радиатор, ставим, закручивать его также не нужно. Выпускной коллектор ставим под впускным коллектором, закручиваем на 14. Берем помпу, ставим ее возле выпускного коллектора, ставим на 14. Генератор ставим под помпой. Можно было, конечно же, сразу поставить, но да ладно. Ключом на 14 закручиваем. Берем ремень, ставим его вот сюда. Карбюратор ставим на впускной коллектор. Закручиваем ключом на 10. Ставим фильтр на карбюратор и закручиваем на 14. Берем патрубок, ставим его возле помпы. Проверяем, все ли в порядке. После чего вливаем все жидкости, включая и бензин. А чтобы включить наш любимый пикап, тебе нужно нажать на кнопку зажигания, допустить ее до старта и там удерживать, после чего наш пикап уже включится. Но есть одно маленькое но. Из-за того, что есть одна черная трубка, которая пропускает через себя весь антифриз и охлаждает тем самым весь двигатель, она забагована, ее нельзя никак взять. Так что пока что двигатель будет перегреваться каждый раз. А на этом все. Всем хороших выходных, не болейте.